Сразу 7 студентов из Ульяновска дошли до полуфинального этапа Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй». Проект президентской платформы «России. Страна возможностей» позволяет студентам стать на время топ-менеджером большой компании, правда виртуальной, и на таком же рынке за лидерство побороться с другими игроками-студентами из вузов со всей страны. Вообще, на мой взгляд, управлению невозможно научиться в теории. На мой взгляд, управление – это такая практикоориентированная история. Пока не попробуешь, пока сам свой управленческий опыт не получишь, то не научишься. И вот как раз такие кубки, как сейчас проходит кубок «Управляй», это замечательная возможность именно руками попробовать принимать решения по развитию целой компании. Игра моделирует виртуальную экосистему, рынок, компании, которые соревнуются за ресурсы и первенство. Игрокам необходимо рассчитывать более 80 показателей, от которых и будет зависеть ее общее положение. Условия максимально приближенные к реальным. Управленцам постоянно необходимо просчитывать свои шаги под меняющиеся условия. Самое главное здесь было разобраться в механике игры, потому что она достаточно сложная и приближена к реальной. То есть, если мы познакомились с этой механикой и готовы дальше участвовать, применяя данную механику, значит, все становится достаточно просто и легко. Вообще узнать себя, попробовать в такой сфере, как управление, ведь мне эта тема интересна, я бы хотел в будущем, возможно, бы даже руководить компанией, то есть это такая моя мечта небольшая. К тому же, помимо этого, как раз таки прокачать эти гибкие навыки, то есть навыки общения, коммуникации, лидерства и так далее, и так далее. Еще разбираться, собственно, в экономике. Пока это полуфинальный этап. Победителей ждут награды и возможность обучения и создания своих проектов на платформе «России. Страна возможностей».